Агентство по делам семьи детей Тувы информирует о порядке предоставления льготных путевок в детские лагеря и санатории. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающим на территории Республики Тыва, относящимся к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и «дети из многодетных или неполных семей». Условия предоставления. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно, если среднедушевой доход семьи заявителя составляет ниже величины прожиточного минимума, установленного для Республики Тыва на день обращения. Путевки предоставляются на условиях оплаты 20% от полной стоимости путевки, если доход семьи заявителя равен или превышает величину прожиточного минимума, установленного для Тувы. В 2018 году агентством запланировано приобретение свыше 1000 путевок в лагеря, расположенных на территории республики.